Ну что ж, гайс, я вас всех приветствую. В общем-то, переходные матчи в Алмаз. Опять же, тот же самый принцип. 3 победы из 5, и я решил это сделать с пушками 2020 года. Взял я на медика киллтек золотой, а на штурмовика золотой калаш 12. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну, в крайнем случае, нет. Всегда есть крайний случай. Вы это прекрасно знаете. Все, отмена нахрен. Поехали. В шоке, реально, я в тильте. Что стало с активностью? Вот ввели РМ-3.0. И все, то ли все играть начали очень много, и на YouTube почти не заходит, то ли все из игры ушли, потому что каждый новый ролик 10 из 10. Давайте, ребят, попробуем исправить эту ситуацию как-нибудь хотя бы. Пожалуйста, прожмите максимально лайк под этот ролик и напишите комментарий, поддержку. И досмотрите ролик, пожалуйста, от начала до конца, без перемоток. Посмотрим вообще, сможем ли мы как-то изменить ситуацию данную. А тем временем нам нашло каточку, у нас окраина. Против нас, как обычно, уже я даже не удивляюсь, скобочка. За меня банан. Прыги на банан, прыги на банан, прыги на банан, прыги на банан. Кстати, насколько мне известно, данный сезон играется подбором по первой лиге, то есть если вы в прошлом сезоне брали первую лигу, то вам будет кидать всех типов, кто брал в прошлом сезоне первую лигу, также. Ну и соответственно, если у вас была легидная первая лига, то вам будет тяжело. А темпа-то не хватает, а ему 30 всего дал. Но я стрелял правее, это один выходит просто слева. Хорош. Сейчас играется как? Вот вы в прошлом сезоне все брали первую лигу? Установите бомбу возле одного из... Все первые лиги играют сейчас между собой. И все, кто не брал первые лиги в прошлом сезоне, играют тоже между собой. У меня респа. Они наверху. Один рельсы давит. Давит инж. У тебя еще. У тебя первый этаж прошел, первый этаж. А наверху один. Хорош? Так, плита, плита. А, блин, я одна, ну да, серьезно. Ну так вот бывает. Наш отряд уничтожен. Как я живу? Миссия провалена. Да, проходит один. Уже пункту есть. Вот сейчас я начал стрелять. Вы, я не знаю, заметили вы это или нет, но у меня люто профризило. Я думал, я сдох. Так, ну в принципе, если сейчас я всру эту катку, это будет заслужено реально, потому что я очень плохо отыгрываю с калашом. Она простреливается, серьезно, дерево. Дерево простреливается? Серьезно? Не может быть. Но, тем не менее, я сыграл 8-7, и это не есть хорошо, потому что мы играли, во-первых, против четверых, а во-вторых, я, типа, не имею практики игры с 47-м калашом. Ой, с 12-м калашом. И, как бы, и сидеть, стараться играть за медика только, ну... Такое, такое. Что там раньше еще из нормальных пушек-то было? Я даже уже и не вспомню. Но я точно знаю одно, что нормальные пушки есть по ссылке в описании. Переходите, забирайте. Там же комплект снаряжения на все классы, абсолютно. Новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. Но те, кто не заходили больше месяца, могут забрать себе все то же самое. И, кстати, это хорошая идея. Я возьму сейчас пушки на все классы, которые как раз-таки выдают именно по ссылке в описании. Все та же самая скобочка. Но, тем не менее, их сейчас 5. И не знаю, у них вылетит человек или нет. И опять, смотрите, это реально вот суровая статистика. Я играю с соло-игроками против скобок. Вода. Земля. Бля. Огонь. Воздух. Граната! Агрессор. Бомба установлена. Ха! Конечно! У меня выкатываются ноги, у меня выкатывается тело, у меня выкатывается потом шея. Он ждет этот момент и попадает мне в голову. Первый же. Хорошо, хорошо пошла.
Один хп, один хп, один хп, найс. Ну мне не, я даже не успеваю выстрелить, почему так жестко пикает он? Ну все, с дефолтной эмкой. Минуки, ты тут? Мингики, бля, как твой ник читать нахуй? А, его даже нет в голосовом, блядь. У меня еще сквеки. В дыму у тебя. Ну, похуй. Ну что вот это такое? У нас чел с дефолтной эмкой, блядь! Вы посмотрите, ну как? Как? Вот два шота ему понадобилось! На такой дистанции. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Блять, на тройке. Ты смотри, смотри. Мост. А, нет. А почему? Кого я слышал там деревянный топот? Это вот это он? Вот это вот по вертику, по вертику, по верхнему мостику ходил чел? Этот тильт. Это просто фулл тильт, ну вы посмотрите на этих клоунов, на моих тиммейтах. Что один, блядь, играет без связи, авиком, нахуй, 3-7. Что второй, блядь, играет? О, Бенелли взял, не может быть, давайте похлопаем ему, блядь. Не успеваю, мувмент, не хватает мувмента. У него еще и Таурус стоит. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, я не могу. Ну, господи, где я согрешил? Скажи мне, где я согрешил, что ты мне таких тиммейтов даешь? Ну, это же ненормально. Надо сразу резко запускаться, не дай бог с ними попасться еще раз, блин, с этими типочками. Костя, подними, пожалуйста, тему насчет обмена оружия с пропуска на обычную версию. Там не надо менять на обычную версию, там надо просто прицелы завести под эти пушки. Я не знаю, но типа вряд ли они будут вводить какую-то дополнительную систему обмена пушек. Да, я помню, раньше была такая штука, как типа менять можно было магма пушки на обычные версии и так далее. Но, тем не менее, это вроде как уже убрали совсем, и давным-давно мы этого всего уже не видели в игре. И вряд ли сейчас будут они это, ну, как-то камбэкать. Им проще просто возможность прицела туда ставить. Мингуки нету за меня? Нет, о, слава всему святому, блин. Там чел сэнкнул? Блять. Бассейн один. Каков шанс, что такой тайминг будет? Хорош. Ни хрена он репикает. Делон, иди дефусь. Найс. Да, у меня задание. Задание, блять. Синдикат выполняешь? У меня задание наебать 15 человек на бомбу осталось. О, нормально, нормально, нормально. Одобряю. Задание ты не выполнишь. Давай, иду. Готов. Скам не прошел успешно. И вам. Что происходит? Почему я ничего не делаю? А почему я ничего не делаю, почему за меня все ребята делают?
Так должно быть? Почему у меня предыдущие калибровки, ну точнее, точнее переход из там сколько, из золота в платину, из серебра в золото прошли куда потнее, чем сейчас идет переход в алмаз? Это же не нормально, что так работает. А почему так работает? А потому что поиск ужасный сделали. Здорово. Здорово. Не дал поставить. А, да! Да. Чё прыгает, просто мне в голову вешает в прыжке за 3 километра. Мы проиграли. Первый же пулей ваншотит еще при этом. Под присед не нажался, блять, я нажимал. Все, у вас бомба, не выпускайте его с квадрата. Вышел уже. Слава небесам, спасибо, что он еще и не этого не убил. Я это убил? Фулка, рез у него будет, труп тут есть. Найс, молодцы. Ну ёп. Найс, еще за понтом. Найс. Не дай рез. Хорош. Давай квадрат выйдем. Твой наш арка. Бомба потеряна. Тут еще мед стоит на ракете. Ну вот так вот у меня прошли переходные матчи в алмаз. Вы можете просто взять, сейчас открыть ролики и посмотреть, как я переходил на сраное золото и как я переходил на сраную платину. Платину я переходил аж 2 раза пытался. Тут с первого раза, я не знаю, что-то странное очень это, я считаю. Мати там играет с Валом, у нас чел играет с Бреном, во. Чел играет с Бреном, он настрелит 15-6. Вам желаю таких же тиммейтов, все, что могу сказать. Че, легчайшее? Легчайшее для величайшего. Алмаз 4. Сейчас, получается, надо будет дойти до алмаза 1. И тоже будут переходные матчи. Да-да.